Не случайно одним из первых предприятий, которые посетил временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров, стала компания «Албис». Заниматься импортозамещением здесь начали задолго до того, как против России ввели санкции. Отделочные материалы, которые изготавливают на производстве, применяются при строительстве станций метро и торговых центров, стадионов и аэропортов. Смотрите, вот этот фрагмент, на самом деле это часть фрагмента, он будет 16 метров по высоте. И это будет реализовано, здесь будет реализовано в аэропорту города Хабаровска. Территория предприятия занимает порядка 15 гектаров. Здесь трудится более 1200 человек. В компании есть конструкторское бюро, лаборатория контроля качества сырья и готовой продукции, собственный учебный центр. Если какие-то вопросы есть по продукции, тоже показано, рассказано, объясняем. Это все необходимые средства современные для того, чтобы показать, рассказать, у нас, естественно, существует. Ассортимент продукции насчитывает более 2000 изделий. Компания поставляла отделочные материалы для 45 станций метро, 30 аэропортов, 250 объектов медицины, 40 жилых комплексов. Многие разработки специалистов «Албис» уникальны и не имеют аналогов в мире. Это перфорированный лист, либо пластично-натяжная сетка. Дальше флис акустический и мат. Угу. Ничего, все, по большому счету, простое. Но работает это вот именно таким вот образом. Применение, начиная от тиров и кончая киноконцертным залом России. После посещения предприятия временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров отметил, что всесторонняя помощь предпринимателям является одним из приоритетных направлений работы руководства муниципалитета. Для нас очень важно, чтобы коллеги развивались. Вот сегодня мы, проходя по цехам предприятия, смотрим то, как работает предприятие, то, как оно настроено, и видим, что есть необходимость дополнительного развития. Поэтому я желаю компании развития. Ну и всем предпринимателям Ленинского городского округа тоже движение вперед. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.